Дорогую маму, бабушку и прабабушку Пинчук Елену Андреевну с 90-летним юбилеем поздравляют дочь Светлана, внуки и правнуки. 90 – немалый срок, годы разные бывали. Сколько радости и тревог в этой жизни испытали. Были вы всегда красивы и чисты душой, и поэтому на диво путь прошли большой. Яркий праздник долголетия, самый звездный час. Внуки, правнучки и дети окружают вас. Все желаем вам здоровья, не окончен путь. Жизнь, прожитая с любовью, в этом счастье суть. Солнце ярко светит, и смеются дети. И мы рука в руку идем с тобою рядом. И говорить не надо, все и так понятно. И мне приятно всем вам говорить. Желаю, чтобы вы все были здоровы, и чтобы над вами сияло солнце ярче, чем на Мадагаскаре. Чтоб до ста лет жили, чтоб горя не знали, и чтобы ваши дети вас радовали. Я желаю мира, я добра желаю, и каждому здоровья от всей души желаю. И мне немного надо, хочу, чтобы были рядом любимые и вся моя родня. Желаю, чтобы вы все были здоровы, и чтобы над вами сияло солнце ярче, чем на Мадагаскаре. Чтобы до ста лет жили, чтоб горя не знали, и чтобы ваши дети вас радовали. Вам говорить. Желаю, чтобы вы все были здоровы, и чтобы над вами сияло солнце ярче, чем